сделал. А что, теперь... Запись у меня? Да, конечно, уже. А меня два... Ильяс, интересный фон. А, ну, сейчас. Да, у Ильяса интересный фон. А за это копирайт дадут, понимаешь? Сзади уйди, пожалуйста. Советы дадут. Мне за это пиздюлей дадут. Да, копирайт дадут. А это у кого, у Бэйна, да? Нет. Нет, нет, пожалуйста. На событиях, скорее всего. События нет, событиях только РС. Ну, Кась. Ой. Погоди, а что за хрень? У меня нету контракта этого. Это Влад. Да, Влад, у нас всегда Влад был работодателем этих контрактов. Все, ты меня пугаешь, думал, вы не добавили. Да, я думал, не добавили. Давай, заходите. Че, когда включать запись? Уже. Да, ты издеваешься. Максим. Зайди в дополнительное задание, у тебя есть Error Menu Challenge Div Chat Mountly. Чего? Ты про что говоришь? У меня в заданиях, знаешь, ежедневно смотреть, посмотри. Там еще маска анонима и просто Error Menu Challenge. Число до завершения задания 719. Ясно. Что это такое? Давай. Короче, все, берем дробовики, да? А мы на нормальном это работает, делается достижение? Конечно. Уверен? Там, берем дробовик. Прям уверен, точно. А мы что, на нормальном ресурсе? Отвечаю. Ну, так надо пробовать сначала. Да, хотя бы давай средненько. С ума сошел. О чем ты? Ой, надо маску поменять. Короче, давай. Я еще возьму дробовик Street Sweeper. Вот так. Я куцку. Куцку? Куцку. Че это такое? Не знаю. Ой, изму. Умнее им тысячи. А насчет оружия ближнего боя что там можно использовать или нет? Да, в любую. Он бери селфи-палку и радуйся жизни. Нет. Это Солеса, да? Я хочу Обаму. Я звук пробавлю из музыки, там что-то типа. Максим, мне честно, почему в Payday The Heist есть Обама, а здесь нету? Это здесь есть Обама, ты чё? У меня есть? Такой вопрос, а где? Интересный. Слышите, селфи-палка это откуда вообще? А где? Селфи-палка это из Боинбрека. А где? В DLC? Ну? Кто? Первый американец? Сейчас найду, я помню, что вроде должно быть, не. Насрать. 18-й? Нет. Всё, я начинаю. Стой. Погоди, мы Обаму ещё. Стою. Нет. 44-й, чё ты мне тут гонишь? 44-й? Да. 16-й. Вольт, Врог, Гоблин. Запускай. 37-й, 42-й. А, у меня они не открыты. Такс. Давайте. А это типа номер президента, который был или что? Он снова. Да. Обама 44-й президент. Наверное. Обама 44-й престиж. Активы. Какой костюм? Ну и без активов как бы нет. А, без активов? Или типа их вообще использовать, по сути, нельзя их именно в игре использовать. Это, по-моему, на оверкилле надо, нет? А. Короче, насрать, давайте сначала с дробовиками выполним. Окей. Так, смотрим, новую местинку надо. Стой, музыка. Такая же, как у лидера лобби. Короче, у нас 6 сумок с патронами. Пойдет. Нифига себе, серьезно. У меня хп регенится, мне все равно. Дай аптечку. Да, у меня тоже. Все, идем. Давай. Поехали. Тихо. Это магазин игрушек, прямо впереди. Хо-хо-хо, суки! Хватит, не кричи, я и так слышу. Меня сейчас зависло, это нормально. Ой, меня подожди, не... это стелса можно пройти? Это стелса можно пройти? Сволочи! У меня фризит! Подождите, это стелса можно пройти, да. Серьезно? Охереть. А что еще? Зизануло сейчас, не знаю, у меня где-то под 5 кадров в секунду было. Ой, здесь Дед Мороза снимали. Ни хрена, что за дела тут? Так, что здесь задать мне? Чего здесь надо делать? Поговорите с эльфами. Поговорить с эльфами. А это, знаете, второй день этого постава с картинами. Да. Да, это постава с картинами, точно. Эльф, работай. Давай, сворачивайся. Перси. А, так легко что ли? Тупо говорить им, чтобы они делали что-то. Все, надо легко? Подарки охранять. Окей. Кокаин. Это мой подарок. Пойди сюда, посмотри, что здесь творится на улице. Норм. На улице? Да, ко мне иди. Счастливого. Короче, ой, а это дробовик автомат. Круто. Вау, это машина для снега, серьезно. Катя, надо защищать эльфов-то. Да и позабей на них. Ну как бы они нам сумки делают, походу. Да. Ну, так защищай. Я двоих защищаю. Так, кстати, да.
Да, кстати, уже есть достижение, типа, всех эльфов-то, это... Ой, машина для типа, снега. Защищать 30 минут. Ну, это на оверкилле, конечно, но... Так, а, в оверкилле, окей. Да, да, на оверкилле. Я по звонку стучу, он звенит. Кто там разговаривает на фоне, а? По позвонку. Не знаю. Здесь есть звонок, а... Сейчас бандиты с копами перестреливались, нормально. Все правильно. Где тату такой золотой звоночек? Постучи по нему. Где? Я не хочу вот на Дедвиши это проходить. Ну, я прошел. А можно самому эльфу убить? Ну-ка, дайте попробуем. Ну, лучше не надо. Не, нельзя. Нет. Смотри, сейчас я подойду, смотри, видишь, у него здесь звоночек есть. Постучи. У кого? Где ты? Вот так, вот так и постучи. Ну-ка. Звенит. Нихера, вот это Next Gen. А, это стоило 2 гигов обновы. 2.5 гигов. А мне 2.7. Ну, 2.7, да. Ну, значит, у тебя смотрю куплю. Они эти, как их, звонки вот эти добавляли все время. О, музыка, кстати, это. У меня дроп зон играет. Я дроп зон просто забиндил, чтобы она всегда играла. Ой, а у меня тоже. Нажмите Б. А у меня новая музыка. И типа скины. Ой, у меня уже почти подарок за этого ли. Окей. Ладно, это нормал. Допустим. А эта музыка офигенная. Почему он сдох на нормале? Я даже погромче включу. Там что-то с эльфом. Они сделали нам сумку с медом. А, сделали? Я запутался. Да, отвечаю. Подарок, они сделали подарок. Да, подарок. Куда его надо? Никуда пока что. Они ж пока делают еще. Так они здесь, наверное, как сделают, так и ограбление, наверное. Сколько они таких подарков делают? Он еще раз упал. Я понимаю, он под стелс вообще пошел. Не нафиг от стелса проходить. Если это, конечно, можно пройти стелс. Не, можно, можно. Там же вначале ты не палишь. Я говорю, нафиг это делать. И чего, в некоторых миссиях тоже начать не палить. А почему мы Дедвиш будем проходить? Ну, это... А, здесь не сильвер в этой игре, чтобы проходить все рашем. У нас там по 400, по 950 часов. Поговорите с ним. А, 200? Я не такой, как он. Говорить с ним, ему скучно. Я нормально. А ты записываешь сейчас? Да. Да. Просто. Все идет. Может, здоров. Да, У меня фон сделался. Два человека по-любому до этого момента досмотрят. Почему не фризит? Потому что все смотрят только начало. У меня уход все фризит. Фризит? У входа вот я не иду, и ну, что-то как-то это. А стереть огоньки как-то. А, нормально, за нету, оптимизируют еще задание. Не, ну, проблема в том, что как только началось задание, у меня просто понизилось до 5. Вы наблюдаете, как они закладывают это все? Да. Вот, смотри, что здесь. Никита невидимые штуки закладывают и все. А потом появляются. Говорите с человеком. Просто иди сюда, Спектр, просто посмотри, что здесь. Есть плантация. Да. Я здесь останусь. Какое-то туда. Задание для стелса чересчур странное, вам не кажется? А может здесь в принципе нету стелса? Да. Ну, может, наёб? Нет, ну как бы он есть, можно пройти, но именно зайти сюда и начать готовку. Это то же самое, как это, знаешь, это как смотри, называется? Как надо, это джеммер просто включаешь и всех вырубаешь. А у нас именно сейчас позвонили? Нет. Если нет, то тогда бесполезно джеммер стоит. Выстрел типа. Это знаешь, как в этом? Стелс, как в этом, забыл, поджигатель. Там же тоже, по идее, как да, бы есть. Да, на первом дне есть стелс, я тоже как-то знал. Так, мы же сейчас только на... просто на одну партию сумок и все? Да. Ну, чтобы тупо на видео снять. Ну, пока. Это первая часть, это смотр. Это да. Ну и с дробовиками. А как мы с дробовиками закончили начало? Я пришел без дробовиков. А мы его тыкнем? Ах ты ж! Тыкай, точно, он же без дробовиков. Ладно, плевать. Ну, переиграть. Ну, можно будет на оверкилле в следующий раз... Не, давай в следующий раз на варихарде. Не, я на оверкилле не пойду закрыто. На варихарде попробуй. Нет, я веду, что без дробовиков, ну просто 100 сумок, я не думаю, что есть сложность. Давайте в следующий раз, короче, с дробовиками на варихарде пойдем, потом оверкилл нормально. За чё он так часто пойдет? Хотя бы достижение. Да, вон под стелс, кстати, пошло. Я не знаю. Чё? Здесь под стелс, на нём нет костюма, на нём джеммер висят. Ну, я тоже в костюме. Ой, у нас 3 поезд. Какой поезд? А сколько варить? Мы не варим, ты понимаешь? Ну, они подарки готовят. Он присел. Ай, с ним так... поговорили. Максим, не могу сказать, типа, иди делай. А, я, кажется, понял. Пока все ингредиенты, что ли,
не кончится. Ну, как бы, такое чуть-чуть никогда не кончится. Смотри, да, видно, как он складывает. Да. Ну, так считай, на оверкиле нужно это делать 30 минут, начиная с первого штурма. Да это несложно, знаешь. Бегаем, убиваем. Ну да, но что-то 30 минут. А как могут отобрать, что не понял? Не знаю. А, наверное, их типа говорят, типа, не делайте ничего, уходите. Нет, смотри, в чем суть, я, кажется, понял. Короче, смотри. Ты делаешь на определенной сложности определенное количество сумок. Ну и все. А дальше там, ну, уже по достижениям зависит. Тут написано было, что здесь на нормально можно 100 лям... О, 10 лямов опыта. О, я тебе укрошу. Ну я не знаю. Так что... Кстати, Влад летит. Короче, это задание похоже тупо на количество идет. Надеюсь, его оставят навсегда. Че? Ой, я две целилки взял. Я говорю, что надеюсь, его оставят навсегда, чтобы потом можно подбирать. Мне оно нравится уже. Своей легкостью, что надо тупо сидеть и отстреливаться. Иди да. Сюда, смотри. Да можно на нормале вообще их ледорубом валить. Нет, понимаешь, это почти то же самое, что было в прошлом году, но в прошлом году надо лучше бегать на свежем Рождестве, а здесь не надо бегать и собирать. 100 сумок на оверкиле ведь нужно? Спектр, иди сюда, бегом, 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 сюда, иди, Спектр, сюда, иди, Спектр, смотри, что нашел. Надо будет заканчивать. Блин, нет, поднять. Сейчас. Вау, а тут смотри, мы прям в этот... 51 тысяча? За один подарок? Серьезно, так много? Смотри, во. Погоди, сейчас я на... Я снимаю. Не, ну ты зачищает. Ну а сумки сейчас наносить будут, может вы там не будете этим заниматься? Да я не знаю, что он от меня хочет. Что? Что? О, снимать! Да, это двойное снятие. Двойной ракурс. Ой, он опять упал. Из-за вашего двойного ракурса, видишь, люди умирали. Да вообще люди там умирают. Надо еще подарочек собрать. 101 тысяча. Окей. Давайте же там это, уносите. Работать. Пока здесь только за одной партией, пока будем уносить, мы уже еще наварим там. Делаем. Да, да, мы тут еще можем унести. Да ну как-то. Вообще как-то. Я почти докину. Что, типа, будем сидеть или как? Да не, вошли отсюда, это слишком легко. Вот это не цены все. Нет, 100 сумок. Ой, а здесь какую-то сумку особенную выкинули. Как бы это какой-то экипмент, и это, походу, не надо выкидывать туда. А вот он, сюда должен. Вы еще сумку-то отнесите. Вот, сюда нужно каким-то отнести. Это, наверное, чтобы уехать на поезде, что ли? Все? Я запутался в значках. Все, да? Мы понял? Да, мы понял. Еще подарок. На себе мы несем и все. Да валим, валим. Ой, где чё-то много. А мы в это место, вместо начала. Погодите-ка. Чё? Сейчас. Это либо бомж, либо эльф. Наверное, это бомж. Это бомж-эльф. Мне кажется, или вот копы здесь могут, короче, этих эльфов освобождать. Я нет? Тоже думаю. А, не могут. Спектр! А, да, я бегу. Я пытаюсь вникнуть в задание немножко. Да вникнешь на оверкиле, пошли уже. Все, бегу. Да иду я знаю, как моего персонажа зовут. Джекет! Джекет! Азаза. А мой персонаж знает... Понимаешь, мы же не уйдем отсюда, пока этот не залезет. А мой персонаж знает только Джиро, и все. Твой персонаж тоже знает всех. О боже, это было что-то... Это было очень сложно. Чё выкладывать? Давай сразу на руки. Надо ачивку с дробовиками сделать сначала. Чтобы потом не мучиться с ней. Чувака об этом кикнул, сделали за ним. Сейчас кикну его. Закрой лоб. Да. 61 тысяча. И сейчас еще дрель падает. Ага, будет вообще замечательно. Отлично. Я сейчас это ему прям дрель дадут. Ты так нечестно, если хочу такое же улучшение. Я и шелец. Класс. Биологическая угроза. О, дерьмо. Все, я закончил, да, все это.